В университете «Синергия» состоялось заседание научно-консультативного совета при прокуратуре Карачаева-Черкесии под председательством заместителя прокурора республики. Тема мероприятия – привлечение к административной и уголовной ответственности за нарушение правил дорожного движения. Подробнее расскажет Дарья Тендит. Транспортные средства очень плотно вошли в жизнь человека. Сейчас, когда машина не роскошь, а необходимость, нужно четко осознавать ответственность, которую берет на себя человек, когда садится за руль. С приветственным словом к студентам обратился заместитель прокурора Карачаева-Черкесии Аслан Дакшоков. Он отметил, что актуальность темы вызвана увеличением количества административных и уголовных дел, связанных с нарушением правил дорожного движения. Арсен Джашеев, начальник уголовно-судебного отдела Карачаева-Черкесии, в своем выступлении рассказала о привлечении к уголовной ответственности за нарушение этих правил. Мне, как директору, не безразлична судьба молодежи. Молодежь сегодня очень интересуется транспортом, хотят ездить. Но, к сожалению, не все знают правила дорожного движения и садятся за руль, за вождение машины. И иногда получается, что эти дети создают аварийную ситуацию. Свои доклады по заданной тематике представили студенты Северо-Кавказской государственной академии и университета «Синергия». В обсуждении работ приняли участие преподаватели вузов, студенты и представители научно-консультативного совета при прокуратуре Карачаева-Черкесии. Выступающим были заданы вопросы по теме их докладов. Студент второго курса университета «Синергия» Артур Махов во время выступления рассказал об особенности привлечения к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения. Эта тема в целом актуальна, потому что, к сожалению, у нас в республике это распространено. Мне, как будущему водителю, хотелось бы, чтобы дороги были безопасными, чтобы всяких бесправ не водилось там. И чтобы я чувствовал себя хорошо и не переживал за своих близких, когда они будут переходить дорогу. Члены научно-консультативного совета при прокуратуре Карачаева-Черкесии обсуждают актуальные вопросы применения закона не только в уголовном судопроизводстве, но и по другим вопросам. Они оценили проявленную инициативу студентов о внесении поправок в законодательство, регулирующее привлечение к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения. Растет число, количество дорожно-транспортных происшествий. Оно растет в связи с нарушением правил дорожного движения. Многие студенты сейчас имеют автотранспортные средства. Кроме того, встает вопрос, относятся ли к автотранспортным средствам велосипеды, скутеры и так далее. Мы услышали доклады, которые нас поразили, студентов, глубиной мысли. Я записала для себя прям отдельные моменты, те, которые мы внесем, может, даже в Генеральную прокуратуру в качестве инициативы изменения закона. Работники прокуратуры активно отвечали на вопросы студентов и педагогов. Много нового и интересного узнали участники заседания. Закончилось информативное мероприятие совместным фото на память. Дарья Тендит, Виктория Карпенко, Вести Карачаева-Черкесия.